Всем привет! И с вами снова канал Ontario 365. И это видео снято специально для канала Heavy Metal Gym. И сегодня мы с вами приготовим супер быстрый рецепт с нутом, для которого нам понадобится вареный нут 150 грамм, также сыр, что-то типа адыгейского, то есть мягкий, также 150 грамм, помидоры 2 штуки, также зелень 90 грамм и оливковое масло 2,5 столовой ложки, а также соль и куркума. И начнем с того, что нарежем наши помидорки. И нарезайте любой для вас удобной формы, я выбрала что-то типа треугольной. И для тех, кто не знает, как варить нут, я расскажу. Обязательно нужно его промыть пару раз под холодной водой. Затем замочить на ночь также под холодной водой в соотношении 1 к 3 где-то. 1 стакан, допустим, нута и 3 стакана воды. Для того, чтобы получить 150 грамм вареного нута, я замачивала где-то 50 грамм сырого. Я замачивала на ночь, и с утра я слила воду, отправила весь нут в кастрюлю, залила опять-таки холодной водой, довела до кипения, прикрутила на небольшой огонь и варила где-то 50, а то и час, пока нут не станет такой мягкий. Но не переварите, чтобы он совсем у вас не распадался, он просто должен быть приятный на вкус, чтобы вы, когда его кушали, вам было приятно, то есть чтобы вы не как камни какие-то ели, а чтобы он уже такой распадался и был мягкий. Затем отправляем помидоры в миску. И затем нарезаем зелень. Я использовала листья салата, а также укроп. Я немного их измельчила и также отправляю в миску. А если вам интересны рецепты из нута или вы хотите поэкспериментировать еще что-нибудь приготовить с ним, то у меня на канале Ontario 365 уже вышел рецепт Пепе Брауни из нута. То есть получается действительно как шоколадный вкус, но при этом мы используем нут как основу. То есть никакой муки, в основу идет нут, и это просто незаменимый рецепт. Он действительно очень вкусный, и не чувствуется вот прям то, что там нут. Чувствуется, что это шоколад. А затем отправляем туда нут, и после чего сыр. Такой рецепт действительно безумно быстро готовить, он не занимает затрат по времени, а также получается очень вкусным и сытным. И все это я присыпаю куркумой, мне просто очень нравится сочетание нута и куркумы. Если же вам не нравится, вы можете ее туда не класть и вообще заправку совсем другую использовать. Просто такая заправка действительно очень вкусная. И после чего добавляю туда оливковое масло 2,5 столовой ложки. Также вы можете уменьшать, можете увеличивать дозу оливкового масла, кому как нравится. Так что заходите ко мне на канал Ontario 365, там вы найдете множество других полезных рецептов, а также я начала экспериментировать с новым форматом видео, влоги. Если вам это интересно, то также заходите, я надеюсь, что и с вами мы там встретимся. А тем более сейчас у нас уже хорошо потеплело, и не хочется есть чего-нибудь такого тяжелого, хочется всегда какой-нибудь салатик легкий, и именно этот вариант вам отлично подойдет. После чего я все вымешиваю ложкой. Если вам понравилось это видео, то обязательно оставляйте под ним лайки, пишите свои комментарии. А у меня все, до новых встреч, пока-пока!